Sancta Maria, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Sancte Paule, ora pro nobis. Sancte Rafael, ora pro nobis. Sancte Petre, этот ларец ты обязан хранить, как зеницу ока, до тех пор, пока святая Бригитта не соизволит сказать тебе, что с ним надлежит делать впредь и кто будет хранителем этой священной реликвии. Мне уже не суждено будет это увидеть. Ты должен исполнить то, что она повелит. Передать ли святую реликвию на хранение монастырю, которому она или... Omnipotens et misericors Deus, qui humano genere salutis remedia et vita eterna munera per Christi, respice propitius famum tuum, infirmitate corporis laborante, et animam refuge quam creasti, ut in cura ecitus ilius, asque peccati macula tibi creatori sua, per manus sanctorum representare meriatur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum. Reliquia. 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 Перед нами святая реликвия, это наша святая реликвия. Дни уходят, бегут года, а у нас святая реликвия. Счастье, вера, надежда, любовь, правда, свобода, любовь и надежда. Реликвия, реликвия, реликвия. Только где ты, святая реликвия? В чьих руках ты, святая реликвия? Дни уходят, бегут года. В чьих руках ты, святая реликвия? Реликвия, реликвия, реликвия. Святая Бригитта завещала сердцу нашему священную реликвию, символ чистоты и незыблемости веры нашей. Теперь, когда реформаторы, эти еретики и отступники привели мир христианский к краю пропасти, когда процветает разврат, когда крестьяне, забывши Бога, поднимают руку на господ своих, теперь мы должны стать самой надежной опорой святого учения в этих краях. И да будет наше усердие неистощимым. Святая реликвия сотворит чудо, и мы узрим его. Только мы можем быть хранителями и защитниками святой реликвии. Помолимся же, чтобы святая Бригитта явилась Хансу фон Рисбетеру. В документ внесена поправка. Останки святой Бригитты хранятся не только в Адстоне. Граф Битерн, дальний предок Рисбетера, теперь уже вовсе не враг ей. Ничто не вечно в этом мире. Благословен Господь, показавший нам истину в новом свете. Кто эта прелестная барышня? Это Агнес фон Мюнихузен, племянница нашей уважаемой Аббатисы, ее опекаемая. Святая Бригитта явилась мне. И что она поведала? Она мне повелела передать святую реликвию монастырю после
того, как фрейлин Агнес фон Мёнигхузен станет моей женой. Все говорят, что я лучший наездник в Лифляндии. Неужели? Не давайся, не давайся в руки. Беги, дитя, беги, дитя. Не ведая о неправде, зла не зная, добра не зная, о лосах сетями ничего не зная. Беги, спасайся, вольное дитя. Ты от них побеги, больше не будет случая. Ты от них береги нашу надежду на лучшее. Пока надеяться хочешь, пока надеяться можешь, надеяться можешь. Не давайся, дитя. Насилие любит свободу, хочет ее покорить. Насилие жаждет свободу, в объятия свои заключить. Так она любит свободу, любит свободу. Не давайся, дитя. Ты от них убеги, больше не будет случая. Ты от них береги нашу надежду на лучшее. Пока надеяться хочешь, пока надеяться можешь, надеяться можешь. Без оглядки беги. Не давайся, не давайся в руки. Беги, дитя, беги, дитя. Не ведая о неправде, зла не зная, добра не зная, о лосах сетями ничего не зная. Беги, спасайся, вольное дитя. Ты от них убеги, больше не будет случая. Ты от них береги нашу надежду на лучшее. Пока надеяться хочешь, пока надеяться можешь, надеяться можешь. Не давайся им, беги, дитя. Эй, ты, стой! Ты кто? Разбойник? Лазутчик мятежников? Ну, подожди. Стой! Защищайся! Отвечай, разбойник, кто ты и что ты тут делаешь? Я шведский король. Зря ты так шутишь. Тебя как зовут? Меня зовут Габриэль. Я вольный человек. Что здесь происходит? Как вам не стыдно? Четверо всадников на одного пешего. Мы пошутили, Агнес. Он отважный юноша. Весьма. Я возьму его к себе на службу. Предложение заманчивое. Особенно, если все ваше войско так же решительно выступает за справедливость.
как эта милая барышня. Но у нас за болтовню не платят. Здравствуй, Габриэль. Я тебе не помешал? Здравствуй, Сим. Какие новости? Чего они от тебя хотели? Спросить не успел. Помолвка у них. К вечеру все в лагере навакаются. Надо бы к ним заскочить, поздравить жениха и невесту. Что ты скажешь? Или кинжал заржавел? Каждый хозяин своей судьбы и доли своей кузнец. Скоро встанут рабы, терпению придет конец. На господ пойдем, все спалим огнем, вся земля будет нам, да нам, эх, нам, да нам, да нам, да нам. Да нам, да да нам, да да нам, да нам, эх, нам, да нам, да нам, да нам, да нам, да да нам, да да нам, да нам. Каждый хозяин своей судьбы и доли своей кузнец. Скоро встанут рабы, терпению придет конец. Земля кругом занялась огнем, все наше достанется. Братья, Таллин уже близко, а в Таллине ждет нас подмога. Иво Шенкенберг собрал вокруг себя вольных людей из эстонцев, но служит пока рыцарям. Надо этот отряд вместе с Иво переманить на нашу сторону. Это очень трудно. Я знаю Иво. Тогда бери с собой одного человека и немедленно отправляйтесь в Таллин. А помолвка? Это уж моя забота. Хорошо. Мы горим огнем, отныне не будет, не будет рабов, не будет рабов, не будет рабов, не будет теперь ни господ, ни рабов, не будет рабов, не будет рабов, не будет теперь ни господ, ни рабов. Согласен. Счастливо.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амен. Меня хромая лягушка. Куда ты? Я перед вами в долгу. Я не пойду с вами. У вас нет другого выхода. За то, что вы меня спасли. Но дальше я пойду одна. Как вам будет угодно.
вашем наряде вам будет трудно путешествовать. Возьмите. Здесь есть кое-что более подходящее для этого. Я еду в Таллин. Если нам по пути, я смелюсь предложить себя в спутники. Конечно, я еду в Таллин. Я хочу домой. Поедет ли мой молодой друг сразу в Таллин, или ему угодно будет отдохнуть в монастыре? А фрейлин Агнес уже там? Насколько мне известно, фрейлин Агнес удалось бежать, и она, даст Бог, скоро, да, скоро будет в монастыре. Ну, тогда сообщите мне в Таллин. Хорошо. Может быть, вы пока доверите сохранение святой реликвии монастырю? А повеление святой Бригитты? Я же не смею его ослушаться. Только после венчания. Удивительно, нахал. Поехали. О! Молодой рыцарь умеет плавать? Нет, не умею. Зато моя лошадь умеет. Дело чрезвычайной важности обязывает вас немедленно покинуть святое лоно монастыря и отправиться в мир, чтобы иным путем послужить Господу нашему. Отыщите фрейлин Агнес фон Мёнигхузен среди друзей или врагов, на земле или под землей. Отыщите. И тогда, может быть, Господь простит вам то, что вы все пьяницы и воры, развратники, бездельники, тупицы. Тот хорош, кто прославляет одного лишь Бога, тот умней, кто прочих всех предает проклятию, ибо наш оплот, крепость нашей веры, охранять мы должны оскверны, неусыпного имя Бога, охранять, как зеницу ока, от напасти, от всякой скверны, наш оплот, крепость нашей веры. Бедная тетушка. Если бы она могла нас увидеть. Она бы предала меня анафеме. Подумай только. Из этого пистолета я могла бы застрелить моего спасителя, если бы не промахнулась. Вам бы нужно высушить одежду.
Габриэль. Да, фрейлин. Скажите мне, кто вы? Я похититель знатных барышень. И которые я по счету? Честно говоря, первая. Нет, серьезно, кто вы? А как вы думаете? Странствующий рыцарь? Актер? Или все-таки мятежник? Я тот, за кого вы меня принимаете. Но сегодня я уже не тот, кем был вчера. Ведь и вы завтра уже не будете той, какая вы сегодня. Говорите, говорите, Габриэль. Я слушаю. А сейчас, если хотите, я волшебник. Видите эту бочку? О, браво, браво! Помогите! Пойдемте. Здравствуй, Габриэль. Здравствуйте. Здравствуй, Габриэль. Здравствуй. За насекомое? От Бога или от дьявола? Брат Иероним лучше нас знает Святое Писание. Пусть он скажет. Среди всего живого, созданного Господом, оно не значится. Значит, оно от сатаны. От второго поста. На втором, брат Альберт. С реки Ягола. Да. Итак, фрейлин Агнес находится в руках бунтовщиков. Во имя святой реликвии мы должны немедленно ее освободить. Да, а как же? Теперь будем действовать. Попробуем комбинацию. Используем такого человека, как Ива Шенкенберг. Но он разбойник. Кто? Ива Шенкенберг. Да, разбойник и подлец. Или вольный человек, как он себя называет. Эти вольные люди есть самые отъявленные еретики. Даже самый отъявленный еретик может быть союзником монастыря, если он будет служить нам и святой реликвии. Ищи друзей своих среди врагов своих, и ты будешь милосерден и непобедим. Прошу.
Молодому человеку придется лечь вместе с Габриэлем. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Фрейли. Габриэль! Что случилось? Не бойтесь. Это местные крестьяне. Я скоро вернусь и буду охранять ваш сон. Ты так и не добрался все еще до Таллина? И что это за юнкеришку ты таскаешь за собой? Он спас мне жизнь. Я его не брошу. Габриэль знает, что ему делать. Вместе с юнкером ему легче пробраться в Таллин. Что случилось, фрейлин Агнес? Лошади подали! Как спалось молодому рыцарю? Габриэлю, чтобы он остерегался дороги на Ягола. Он уже уехал. Давно? На рассвете.
Послушайте, Габриэль, я давно хотела спросить. Все эти люди с ужасными лицами, они мятежники? С ужасными лицами? Я видел мятежные огонь в ваших глазах. Но я бы не сказал, что ваше прелестное личико стало от этого ужасным. Так вы считаете, что и из меня мог бы получиться мятежник? Да будет рыцарь везде и всюду, с тобой кинжал до скончания дней. За поясом или за пазухой, ибо так-то, пожалуй, вернее. Пока он с тобою, тот талисман, везде ты и всюду пройдешь. Все он тайные сети разрежет, в которые ты попадешь. Все тайные путы разрубит он разом, не тронет только тех сетей, которыми крепко с тобою он связан. Так-то, пожалуй, вернее. Как он только попал к тебе, сам ты не ведаешь, нет, что лезвие это в себе таит, найдешь ли и есть ли ответ, какие дороги лежат впереди, и что вас успело связать, и долго ли еще у тебя на груди он будет. Как знать, как знать. Да будет рыцарь везде и всюду, с тобой кинжал до скончания дней. За поясом или за пазухой, ибо так-то, пожалуй, верней. Пока он с тобою, тот талисман, везде ты и всюду пройдешь, и все он тайные сети разрежет, в которые ты попадешь. Все тайные путы разрубит он разом, не тронет только те сети, которыми крепко с тобою он связан. Пожалуй, вернее. Что будет с нами? Не знаю. Бог в помощь, приятель. Нам нужны лошади. Берите, если нужны. Я съем свою шапку, если один из них не баба. Я бы не прочь хоть сейчас позабавиться с этой девчонкой. Эй, приятель, не валяй дурака. Отдай нам девку, и мы отпустим тебя. Ah!
Смотрите, ваши лошади сгорят. Сейчас умрешь, негодяй. Эй, вы! Что здесь происходит? Так, пошумели немного. Здравствуй, Иво. Габриэль, ты. Вот так встреча. Спасибо, Иво. Кто твоя прекрасная спутница? Фрейлин фон Мюнхгаузен. Так вот кого я. Иво Шенкенберг, мой сводный брат. Я ехал в Таллин, чтобы увидеться с тобой. Ну что ж, вот и увиделись. Вояки, уезжайте в лагерь и захватите с собой барышню. Но если она пожалуется на кого-нибудь из вас, я всех прикажу повесить. Ясное дело. Ты знаешь, мне поручено убить похитителя Фрейлин фон Мюнхгаузен, то есть тебя, как выяснилось. А мне, знаешь ли, поручено склонить на сторону восставших таллинский отряд, то есть твой отряд. Значит, ты свою хваленую свободу принес в жертву этим мятежникам? А ты свою желанную свободу нашел среди этого сброда. И строишь воздушные замки. Свобода — это сила и власть. Твоя сила и власть — это твоя тюрьма. Габриэль, я с детства выслушиваю твои мудрствования. Послушайся теперь меня хоть раз. Убирайся отсюда. Я тебя не видел. Чтобы Агнес тебе досталась. Я человек дела. Мудрить не люблю. Любовница военачальника Иво Шенкенберга. Это недурно звучит. Да, возможно. Или какой-нибудь продажной девки. Мы все одинаково продаемся. Одни подороже, другие дешевле. Жаль, что мы встретились. Ты испортил мне сегодняшний день. Мудрец. Иди на дно раков кормить. Ну, кто ударил, а? Не угадал. Води еще. Еще. Дай ему еще. Давай. Так я ему сейчас. Хорошо.
какая ты красивая. Наш господин влюбился в тебя. Влюбился? А кто он? Иво. Это человек с нежным сердцем. Счастлива та девушка, которая завоюет его любовь. В битве он храбр, как лев. И в любви равного ему нет. На что ты смотришь? Так, так, ну, что же дальше? Фрейлин Агнес снова на свободе. Насколько мне известно, она находится в твоем шатре. Да, и останется там до тех пор, пока не станет фрау Шенкенберг. По какому праву ты ее задерживаешь? По праву сильного. Ива, монастырь сильнее твоего меча, сильнее верой и учением. Пойми ты, если сможешь, фрейлин Агнес помолвлена с Хансом фон Рисбитером. И это, памятуя о дальнейшей судьбе святой реликвии, имеет для монастыря отнюдь немаловажное значение. Святая Церковь не отвергает заблудших, и любого разбойника призывает она к благоразумию. Я люблю фрейлин Агнес. Посмотри. Прекрасный цвет. Не правда ли? Юлия! Ты от них беги, больше не будет случая. Ты от них береги. Нашу надежду на лучшее, пока надеяться хочешь, пока надеяться можешь, надеяться можешь. Без оглядки беги. Не давайся. Оставим от монастыря камни на камни. Разнесем этот оплот чужеземного духа, что осквернил нашу свободу, забрал нашу землю, отнял наш хлеб. Да! Я спрашиваю, почему среди вас я не вижу людей Иво Шенкенберга, наших братьев? Да потому, что их соблазнил монастырь, толкнул наших братьев на путь измены. А печати чего заслуживает изменник? Смерти! И чтобы не проникла измена суда, каждый должен смотреть в оба глаза и слушать в оба уха. А поймаешь изменника, не давай ему пощады, кем бы он ни был. Фрейлин Агнес так изменилась, что уже и слышать не хочет о браке с Гансом фон Рисбитером. Мне стоило большого труда убедить жениха в том, что прежде чем требовать от невесты согласия, ей необходимо дать время успокоиться от недавних потрясений. Да и вообще, нужен ли нам этот брак сейчас, когда бунт нарастает и ширится день ото дня? Не пора ли лучше подумать о защите монастыря? Святая реликвия защитит монастырь от еретиков и разбойников. Разумеется, он на всякий случай договорился с магистратом, чтобы они прислали отряд, так будет спокойнее. Что же касается бракосочетания, то решение остается за вами. Мое решение неизменно. Я преклоняюсь перед вашей стойкостью. Я спрашиваю тебя в последний раз. Тебя, которая Божьим провидением избрана даровать монастырю святую реликвию, дабы укрепить и возвеличить пошатнувшуюся истинную веру. Готов ли твой дух
К тому, чтобы во имя святой реликвии ты вступила в брак с Хансом фон Рисбетером. Нет. Бедная несчастная сирота. Тернистый путь к святой истине предстоит тебе. Старец, ты спас меня от верной смерти. Скажи, чем я могу отблагодарить тебя? Мне ничего не надо. Вокруг нас много горя и несправедливости. Нельзя с этим мириться. Ты должен найти свое место в борьбе за счастье людей. Спасибо тебе за все, старец. Иди, торопись. Тебя ждут. Слушай, Сим, ты не знаешь, что стало с той невестой из Куймыца? Говорят, Рисбетер не плясал еще на своей свадьбе. Смотри. Ну, ну, беда с вами. Ну, идите же. Спасибо. Если вам в сторону Таллина, могу подвезти. Любезность за любезность. Все повозки. На! Эй! Эй! Пистолет! Спасибо, милый.
Смотрите, еще один! Си! Я вольный человек. По какому праву вы задерживаете меня? Отнюдь. Вас никто не задерживает. Да? Вы вольный человек. Но у меня сейчас другое. Когда наступают тяжелые времена, то мы должны помогать друг другу. Что вам от меня нужно? Я не собираюсь от вас этого скрывать. Я хочу... Пошел прочь. На определенных условиях, конечно. Сообщить вам, где сейчас находится фрейлин Агнес. Фрейлин Агнес? Угу. Я не хочу говорить о фрейлин Агнес ни с кем. И с вами тоже. Очень жаль. Жаль, что фрейлин Агнес не ценит вас столь же высоко. И предпочитает вам другого вольного человека. Вы Ива Шинкенберга знаете? Я вам не верю. Нам известно, что вы связаны с бунтовщиками. И это могло бы плохо отразиться на наших взаимоотношениях. Не будь нам известно, что вы к ним попали случайно. И они вам не доверяют. Дорогой друг, вы не хотите ли нам помочь? Нет. Ответ, который делает вам честь. Пожалуйста, вы свободны. Можете идти. Но подумайте, друг мой. Я вам советую подумать еще раз. Я не отступлю от своего решения. Боюсь, что фрейлин Агнес тоже не отступит. С вашего разрешения я готов поклясться вам, что святая реликвия будет в монастыре еще до того, как ударят ко всенощной. Но для этого необходимо посвящение фрейлин Агнес монахини. Ваши средства для меня не могут быть приемлемы. Сюда. Кто это? Еще одна несчастная. Идем. Из этой часовни подземный ход ведет в Таллин на Прокусмяги.
Я помолюсь за удачу. И кулак буду держать на счастье. Хорошо. Но еще лучше. Передай Симу, что я буду ждать его в Таллине. Передам. Там вход, там. Как твое имя? Габриэль. Габриэль ждет тебя в Таллине на Прокусмяке. Почему ты ушла в монастырь? Меня отправили родители за грехи. За какие это грехи? А ты обними меня, тогда узнаешь. Тоже мне грех. С вашего позволения. Усильте сторожевые посты и сообщите в таллинский магистрат, что бежал опасный мятежник. Согласна. Поздравляю. Карета за вами прислана. В монастыре вас ожидают со святой реликвией. О, Боже! Мой ларец, мой меч и мою шляпу. Моя невеста ждет меня. А мы не опоздаем на венчание? А фрейлин Агнес, она здорова? А едем мы по той дороге? Мы уже приехали. Куда это? Приехали. Остановись, негодяй! Остановись! Я сделал, что вы хотели. Угу. Проводить Ива Шинкенберга к фрейлин Агнес. Thank you.
Не бойся меня. Где твой господин? А мой господин уехал в монастырь. В монастырь? Да, в монастырь. На венчание. Видел он во сне, сошла на землю правда. Любовь и согласие вошли в каждый дом. Видел он во сне, сошла на землю правда. И с той поры на всех углах он говорит о том. Но где мы и кто мы, не ведаем сами. Базар нам пристанище, сестры и братья. Все там частями, кусками, горстями. Все продается там, все без изъятия. Видел он во сне, сошла на землю правда. Любовь и согласие вошли в каждый дом. Видела во сне она любовь однажды. И с той поры на всех углах она твердит о том. А Шенкенберг сегодня не придет? Ива? Ива больше не придет сюда. У Ивы сегодня венчание. Я иду с тобой. Будешь ждать меня в монастырском лесу. Видела во сне она любовь однажды, и с той поры не устает она твердить о том. И с той поры не устает она твердить о том. Молись теперь. Ты будешь монахиней еще сегодня. Успокойся, Габриэль. Габриэль? Ты сказала Габриэль?
Кто ты, призрак или человек? Привет с того света. Там тебя ждут. Придется мне убить тебя во второй раз, братец. Дорогой братец, я тебя с детства ненавижу. Ты всегда путался у меня под ногами. Что дала тебе твоя хваленая свобода? По такому бродяге ни одна собака не завоет. По своей ли воле явилась ты в святую обитель и приняла решение служить отныне одному только Господу? Если так, скажи нам, что нет для тебя другого Бога, кроме Господа нашего. Милостивый Габриэль! Агнес посвящает монахини! Ну, теперь конец. Ты не посмеешь убить меня, брат. Ты вольный человек. Ты... Сейчас я не вольный человек. Нет у меня другого выхода. Один ты не справишься. Где Сим? Сим? Он в монастырском лесу.
За ящик. Посмотрим, что в нем есть. Не трогайте, это реликвия. Реликвия. Теперь я знаю, кто ты такой. Победа! Вы победили! Вся в церковь вожак будет говорить. Пойдем тоже. Идем. Это гнездо зла и насилия. За этими стенами людей держали, как в тюрьме. Монастырь живет трудом крестьян, а во всем стоит на стороне рыцарей. Этот храм, где мириться с насилием и вершать насилие, не может быть храмом Божьим. Сегодня каждому, кто живет в монастыре, мы даем право выбора оставаться здесь или стать свободным человеком. Наша реликвия – это свобода. Я устал. Устал. Святой отец, они разбили святую реликвию. Мужики есть мужики. Они это сделали напрасно. Без реликвии им не обойтись. Монастырь горит. Это конец? Нет, не конец. Все продолжается. Этот пожар не сожжет наше святое дело. Помоги нам, Господи. Реликвия. 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 Не нужна нам эта реликвия. Никому не нужна ты реликвия. Не воротишь вчерашний день, ты свое отслужила реликвия, 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 реликвия.
Жди меня в Таллине. В корчме хромая лягушка. Куда ты? Я перед вами в долгу. Я не пойду с вами. У вас нет другого выхода. Потому что их соблазнил монастырь, толкнул наших братьев на путь измены. А печати чего заслуживает изменник? Смерти! И чтобы не проникла измена сюда, каждый должен смотреть в оба глаза и слушать в оба уха. А поймаешь изменника, не давай ему пощады, кем бы он ни был. Фрейлин Агнес так изменилась, что уже и слышать не хочет о браке с Гансом фон Ритцбитером. Мне стоило большого труда убедить жениха в том, что прежде чем требовать от невесты согласия, ей необходимо дать время успокоиться от недавних потрясений. Да и вообще, нужен ли нам этот брак сейчас, когда бунт нарастает и ширится день ото дня? Не пора ли лучше подумать о защите монастыря? Святая реликвия защитит монастырь от еретиков и разбойников. Разумеется, он на всякий случай договорился с магистратом, чтобы они прислали отряд, так будет спокойнее. Что же касается бракосочетания, то решение остается за вами. Мое решение неизменно. Я преклоняюсь перед вашей стойкостью. Я спрашиваю тебя в последний раз. Тебя, которая Божьим провидением избрана даровать монастырю святую реликвию, дабы укрепить и возвеличить пошатнувшуюся истинную веру. Готов ли твой дух к тому, чтобы во имя святой реликвии ты вступила в брак с Хансом фон Ризбетером? Нет. Бедная несчастная сирота. Тернистый путь к святой истине предстоит тебе. Старец, ты спас меня от верной смерти. Скажи, чем я могу отблагодарить тебя?
Мне ничего не надо. Вокруг нас много горя и несправедливости. Нельзя с этим мириться. Ты должен найти свое место в борьбе за счастье людей. Спасибо тебе за все, старец. Иди, торопись. Тебя ждут. Придет? Ива? Ива больше не придет сюда. У Ивы сегодня венчание. Я иду с тобой. Будешь ждать меня в монастырском лесу. Видела во сне она любовь однажды, и с той поры не устает она твердить о том. И с той поры не устает она твердить о том. Молись теперь. Ты будешь монахиней еще сегодня. Успокойся. Габриэль. Габриэль? Ты сказала Габриэль? А мы не опоздаем на венчание? А фрейлин Агнес, она здорова? А едем мы по той дороге? Уже приехали. Куда это? Приехали. Остановись, негодяй! Остановись!
Я сделал, что вы хотели. Угу. Проводить Иву Шенкенберга к фрейлин Агнес. Не бойся меня. Где твой господин? А мой господин уехал в монастырь. Я еду в Таллин. Если нам по пути, я смелюсь предложить себя в спутники. Конечно, я еду в Таллин. Я хочу домой. Поедет ли мой молодой друг сразу в Таллин, или ему угодно будет отдохнуть в монастыре? А фрейлин Агнес уже там? Насколько мне известно, фрейлин Агнес удалось бежать, и она, даст Бог, скоро, да, скоро будет в монастыре. Ну, тогда сообщите мне в Таллин. Хорошо. Может быть, вы пока доверите сохранение святой реликвии монастырю? А повеление святой Бригитты? Я же не смею его ослушаться. Угу. Только после венчания. Удивительно, нахал. Поехали. Да! Молодой рыцарь умеет плавать? Нет, не умею. Зато моя лошадь умеет. Чрезвычайной важности обязывает вас немедленно покинуть святое лоно монастыря и отправиться в мир, чтобы иным путем послужить Господу нашему. Отыщите фрейлин Агнес фон Мёнигхузен среди друзей или врагов, на земле или под землей. Отыщите, и тогда, может быть, Господь простит вам то, что вы все пьяницы и воры, развратники, бездельники. Открой! Открой, говорят! Вы? Пойдемте. Я перед вами в долгу. Я не пойду с вами.
вас нет другого выхода. За то, что вы меня спасли. Но дальше я пойду одна. Как вам будет угодно. Благодарю вас за то, что вы меня спасли. Но дальше я пойду одна. Как вам будет угодно. В вашем наряде вам будет трудно путешествовать. Возьмите. Здесь есть кое-что более подходящее для этого. Я еду в Таллинн. Если нам по пути, осмелюсь предложить себя в спутники. Конечно, я еду в Таллинн. Я хочу домой. Поедет ли мой молодой друг сразу в Таллинн, или ему угодно будет отдохнуть в монастыре? А фрейлин Агнес уже там? Насколько мне известно, фрейлин Агнес удалось бежать, и она, даст Бог, скоро, да, скоро будет в монастыре. Ну, тогда сообщите мне в Таллинн. Хорошо. Может быть, вы пока доверите сохранение святой реликвии монастырю? А повеление святой Бригитты? Я же не смею его ослушаться. Только
после венчания. Удивительно, нахал. Поехали. Да. За ящик. Посмотрим, что в нем есть. Не трогайте, это реликвия. Реликвия. Теперь я знаю, кто ты такой. Победа! Вы победили! Вся церковь вожак будет говорить. Пойдем тоже. Идем. Это гнездо зла и насилия. За этими стенами людей держали, как в тюрьме. Монастырь живет трудом крестьян, а во всем стоит на стороне рыцарей. Этот храм, где мириться с насилием и вершать насилие, не может быть храмом Божьим. Сегодня каждому, кто... Разбойник? Лазутчик мятежников? Ха, ну, подожди. Стой! Защищайся!
Отвечай, разбойник, кто ты и что ты тут делаешь? Я шведский король. Зря ты так шутишь. Тебя как зовут? Меня зовут Габриэль. Я вольный человек. Что здесь происходит? Как вам не стыдно? Четверо всадников на одного пешего. Мы пошутили, Агнес. Он отважный юноша. Весьма. Я возьму его к себе на службу. Предложение заманчивое. Особенно, если все ваше войско так же решительно выступает за справедливость, как эта милая барышня. Но у нас за болтовню не платят. Послушайте, Габриэль, я давно хотела спросить. Все эти люди с ужасными лицами, они мятежники? С ужасными лицами? Я видел мятежные огонь в ваших глазах. Но я бы не сказал, что ваше прелестное личико стало от этого ужасным. Так вы считаете, что и из меня мог бы получиться мятежник? Да будет рыцарь везде и всюду с тобой кинжал до скончания дней. За поясом или за пазухой, ибо так-то, пожалуй, вернее. Пока он с тобою, тот талисман, везде ты и всюду пройдешь. Все он тайные сети разрежет, в которые ты попадешь. Все тайные путы разрубит он разом, не тронет только тех сетей, которыми крепко с тобою он связан. Так-то, пожалуй, вернее. Как он только попал к тебе, сам ты не ведаешь, нет, что лезвие это в себе таит, найдешь ли и есть ли ответ, какие дороги лежат впереди, и что вас успело связать, и долго ли еще у тебя на груди он будет. Как знать, как знать. Да будет рыцарь везде и всюду с тобой кинжал до скончания дней. За поясом или за пазухой, ибо так-то, пожалуй, верней. Пока он с тобою, тот талисман, везде ты и всюду пройдешь, и все он тайные сети разрежет, в которые ты попадешь. Все тайные пути. Кто ты, призрак или человек? Привет с того света. Там тебя ждут.
Придется мне убить тебя во второй раз, братец. Дорогой братец, я тебя с детства ненавижу. Ты всегда путался у меня под ногами. Что дала тебе твоя хваленая свобода? По такому бродяге ни одна собака не завоет. По своей ли воле явилась ты в святую обитель и приняла решение служить отныне одному только Господу? Если так, скажи нам, что нет для тебя другого Бога, кроме Господа нашего. Габриэль! Агнес посвящает монахини! Ну, теперь конец. Ты не посмеешь убить меня, брат. Ты вольный человек. Ты... Сейчас я не вольный человек. Нет у меня другого выхода. Будет в монастыре. Ну, тогда сообщите мне в Таллин. Хорошо. Может быть, вы пока доверите сохранение святой реликвии монастырю? А повеление святой Бригитты? Я же не смею его ослушаться. Только после венчания. Удивительно, нахал. Поехали. Да! Молодой рыцарь умеет плавать? Нет, не умею. Зато моя лошадь умеет. Чрезвычайной важности обязывает вас немедленно покинуть святое лоно монастыря и отправиться в мир, чтобы иным путем послужить Господу нашему. Отыщите фрейлин Агнес фон Мёнигхузен среди друзей или врагов, на земле или под землей. Отыщите. И тогда, может быть, Господь простит вам то, что вы все пьяницы и воры, развратники, бездельники, тупицы. Тут хорош.
ж, кто прославляет одного лишь Бога, тот умней, кто прочих всех предает проклятию, ибо наш оплот, крепость нашей веры, охранять мы должны оскверны, неусыпного имя Бога охранять, как зеницу ока, от напасти, от всякой скверны наш оплот. Беги, спасайся, вольное дитя. Ты от них убеги, больше не будет случая. Ты от них береги нашу надежду на лучшее. Пока надеяться хочешь, пока надеяться можешь, надеяться можешь. Не давайся им, беги, дитя. Эй, ты, стой! Ты кто? Разбойник? Лазутчик мятежников? Ха, ну, подожди. Стой! Защищайся! Но! Отвечай, разбойник, кто ты и что ты тут делаешь? Я шведский король. Зря ты так шутишь. Тебя как зовут? Меня зовут Габриэль. Я вольный человек. Что здесь происходит? Как вам не стыдно? Четверо всадников на одного пешего. Мы пошутили, Агнес. Он отважный юноша. Весьма. Я возьму его к себе на службу. Предложение заманчивое. Особенно, если все ваше войско так же решительно выступает за справедливость, как эта милая барышня. Но у нас за болтовню не платят. Туда. Один ты не справишься. Где Сим? Сим? Он в монастырском лесу. Thank you.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амен. Семья хромая лягушка. Куда ты? Гаврилю, чтобы он остерегался дороги на Ягола. Он уже уехал. Давно? На рассвете. Послушайте, Габриэль, я давно хотела спросить. Все эти люди с ужасными лицами, они мятежники? С ужасными лицами? Я видел мятежные огонь в ваших глазах. Но я бы не сказал, что ваше прелестное личико стало от этого ужасным. Так вы считаете, что и из меня мог бы получиться мятежник? Да будет рыцарь везде и всюду, с тобой кинжал до скончания дней. За поясом или за пазухой, ибо так-то, пожалуй, вернее. Пока он с тобою, тот талисман, везде ты и всюду пройдешь. Все он тайные сети разрежет, в которые ты попадешь. Все тайные путы разрубит он разом, не тронет только тех сетей, которыми крепко с тобою он связан. Так-то, пожалуй, вернее.
как он только попал к тебе, сам ты не ведаешь, нет, что лезвие это в себе таит, найдешь ли и есть ли ответ, какие дороги лежат впереди, и что вас успело связать, и долго ли еще у тебя на груди он будет, как знать, как знать. Да. Но размахался! Успокой его! Я перед вами в долгу. Я не пойду с вами. У вас нет другого выхода. За то, что вы меня спасли. Но дальше я пойду одна. Как вам будет угодно. Благодарю вас за то, что вы меня спасли. Но дальше я пойду одна. Как вам будет угодно.
вашем наряде вам будет трудно путешествовать. Возьмите. Здесь есть кое-что более подходящее для этого. Я еду в Таллин. Если нам по пути, я смелюсь предложить себя в спутники. Конечно, я еду в Таллин. Я хочу домой. Поедет ли мой молодой друг сразу? Что с ним надлежит делать впредь, и кто будет хранителем этой священной реликвии? Мне уже не суждено будет это увидеть. Ты должен исполнить то, что она повелит. Передать ли святую реликвию на хранение монастырю, которому она... Humano genere salutis remedia et vita eterna munera populisti. Respice propitius famum tum, intimitate corporis laborante, et animam refoge quam creasti. Ut egora exitus ilius, asque peccati macula tibi creatori sua, per manus sanctorum representare mereatur. Per dominum nostrum, Iesum Christum. Reliquia. 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 Перед нами святая реликвия, это наша святая реликвия. Дни уходят, бегут года, а у нас святая реликвия. Счастье, вера, надежда, любовь, правда, свобода, любовь и надежда. Реликвия, реликвия, реликвия. Только где ты, святая реликвия? В чьих руках ты, святая реликвия? Дни уходят, бегут года. В чьих руках ты, святая реликвия? Реликвия, реликвия, реликвия. Святая Бригитта завещала сердцу нашему священную реликвию, символ чистоты и незыблемости веры нашей. Теперь, когда реформаторы, эти еретики и отступники привели мир христианский к краю пропасти, когда процветает разврат, когда крестьяне, забывши Бога, поднимают руку на господ своих, теперь мы должны стать самой надежной опорой святого учения в этих краях. И да будет наше усердие неистощимым. Святая реликвия сотворит чудо, и мы узрим его. Только мы можем быть хранителями и защитниками святой реликвии.